Руслана Громакина, и сегодня я вам расскажу, как можно быстро и легко сделать прическу в стиле аниме. Вы уже накрасились, например, надели линзы, и остался последний штрих – это сделать прическу. Я сама придумала такой способ, он очень быстрый, легкий, смотрится классно. Вам понадобится такая челочка, если у вас нет собственной челочки, либо она вас чем-то не устраивает, вот, да? Челка и сбоку такие волосики. Накладные волосы, широкая резинка, и можно взять еще какое-нибудь украшение. Так, сорян. Вот такое у меня есть украшение, свадебное. Что мы делаем? Вы вначале слегка разделите волосы, да? Оставьте снизу небольшое количество волос. Остальное нам нужно будет убрать. Так, я сделаю очень быстро, на скорую руку, чтобы не делать видео громоздким. Тогда хорошо, сделаем сразу все. Вот берете резинку, я ее делаю просто в один оборот, чтобы волосы лежали свободно. Но это позже. Пока нам надо сделать в пару, чтобы пристегнуть челку. Челку пристегиваем прямо по самому росту волос, как можно ниже, потому что у персонажей аниме эта челка бывает прям совсем на глазах. Так, мы пристегнули. Сейчас расчешем и слегка ее я так вот уберу. Сорян, себя не вижу. Так. Хорошо. Теперь берем накладные волосы, да, и пристегиваем их к тому месту, к тем волосам, которые мы отделили сзади. Тоже получается по росту волос, да? Эти волосы вы можете, например, положить спереди, либо они могут у вас быть свободно сзади, как вам больше нравится. Так, теперь мы переходим к оставшимся волосам. Я просто взяла широкую резинку, сделала один оборот и свободно их вот так вот разложила. И взяла украшение, которое вы можете пристегнуть. Ну, шпильками пришпилите. Вот. В принципе, все. Вот такая будет у вас пышная причесочка. Много волос. Она будет хорошо смотреться у вас на фото. Пока-пока!